Всем привет! Сегодня 14 июня, и у меня, к сожалению, проблемы с компьютером, и не могу вовремя вам выгружать видео. И у меня растут подписки, вам большое спасибо, кто подписывается, мне очень-очень приятно и очень важно для продолжения этого занятия и для дальнейших творений. Вот, сегодня 14 число, и моей подруги день рождения, и никто не собирался ничего праздновать. И вот где-то, наверное, часа полтора назад она мне звонит, говорит: «Надь, погода классная, мы заказали шашлыков, давай куда-нибудь съездим». Вот, у меня даже не было никакого подарка, плана, я даже не планировала, это у меня были там планы сегодня генеральную уборку делать, вот, ну и мы решили, что да-да-да, как бы, почему бы и нет, вот, и поедем, скорее всего, на озеро, я там немножко поснимаю, вот, и я нашла шарики воздушные, хочу там украсить, если получится, деревья, где мы будем сидеть, чтобы была прям праздничная обстановка. Вот, на ветру они будут развиваться, правда, они у меня длинные, они не круглые. Вот, ну, поедем, вот так вот я собралась, так что будем собираться. Ну что, вот я собралась, взяла с собой такую туристическую подстилку, чтобы посидеть на шашлыках. Потом взяла, у нас есть такие вот, такой набор многоразовый, набор с посуды для пикника, все за стол. Вот. И тоже это с собой возьмем. Вот. И тут подарочек. Короче, мы находимся на озере. В прошлом году мы с Димой уже здесь были. Вот. У нас здесь я надула вот шары. Правда, круглых шаров у меня не было. У меня вот такие длинные шары. Вот. И вот такое озеро. Классное. Вот. Отмечаем, сидим, болтаем, общаемся вообще. Озеро потрясающе красивое. Прям можно вечно смотреть. Так что погода отличная. У нас почти сегодня 30 градусов. Но днем было 30 градусов. Вот. Сейчас, наверное, 20 с чем-то. Так, гуляю по лесу. Вот такая вот у нас в лесу благодать и красота. Не знаю, правда, когда я смонтирую этот ролик. С компьютером беда бедовна. Ничего не монтируется. О, черничка завязывается. Ягодки появляются. Уже, значит, отцвела. Цветочки были. Место, где мы сейчас сидим, очень, конечно, красивое. Недалеко, грубо говоря, в центре города. Вот. Тропинки тут. Так, ладно. О, птички. Прям в лес лез. В лесу я еще в этом году не была. Здорово, что подружка меня спонтанно с мужем пригласили. Вот наша северная природа. Вот. Так, вот такая красота. Вот такие красивые места тут. Вот, прям вообще.
Душа отдыхает. Я так хотела на озеро, на шашлыки. Слава богу, сегодня сложилось. Там на лодке катаются вдалеке. Здесь вон вдалеке. Везде люди отдыхают. Конечно, когда мы приехали, тут было вообще полно, вся набережная. И главное, купались 14 июня, и просто дети купались, в озере не вылазили. Вот. Сейчас вот такая красота. Это у нас Среднее озеро называется, рядом с домом престарелых. Мы на природе, нам вот так, нам здорово, случилось случайно собраться и поехать, вот, буквально за час собрались. Вот мы на озере, в Мурманске, кто знает, около дома престарелых. Сегодня у нас даже было +30 градусов.